Привет, ребята. Это истинный исследователь. Я снимал эти дома, они там строились еще, и критиковал тем, что никчемные домишки с огромной платой за дома. Так и есть. Там, как я читал давным-давно, уже было около 8 тысяч, то есть от 8 и больше. Это как пенсия. У людей есть пенсии 7 тысяч. Ну, как бы 10 тысяч минимальная пенсия, но на самом деле есть и с меньшим доходом люди. Дома говнище полное, как я понимаю. Ну, какая толщина стенки, подумайте. Там, наверное, сантиметров 15. Это херня. Там снаружи есть еще какой-то слой штукатурки сантиметров 5. То есть холод они хорошо пропускают. Тепло тоже. Ну, то есть зимой тепло плохо держит. А летом жару внутрь тоже, думаю, пропускают, если будет плюс 40. В общем, это не дома, а куски говна. И те квартиры тут стоят от 5 до 8 миллионов. То есть дохерища. По сути, просто недостижимо, потому что многие люди сейчас, те, которые работают как раз, они в жопе, нищие. Путинская банда ограбила всех. А это какие-то сучье здесь залезли, какие-то военные, как раз вот эти полиция, которые народ грабит и убивает. Ну или какие-то предприниматели, которые то же самое, бандиты, те же дальнобойщики, никому не нужные, которые типа застрадали последнее время. Ну, в общем-то, на этом все. А, еще очень важный момент, я говорил, что когда строили этот дом, его строили зимой. Как зимой выливают бетон? Бетон можно до 0 градусов, даже до плюс 10, по-моему, по нормам выливать. Там я понимаю, что какие-то подогревы, трансформаторы ставят, но все равно это херня, херовое жилье, это просто хлам. Конечно, получше, чем какие-то 50-100-летние дома, но по сути кусок говнеца, за который они квартплату огромную платить, ну и даже не те люди, которые живут, а опять же самым нищим все им платить. Вот. И сегодня революция не получилась у народа, конечно, стопроцентной уверенности не было, но нормально, в общем, причины проблем-то не исчезли, так что либо революцию сделать, либо народ подохнет. Ничего такого ужасного не произошло пока, ребята.